Тренировочные сборы команд по настольному теннису пройдут в течение 8 дней. График у спортсменов расписан по часам. Ежедневно проходят тренировки на стадионе, в тренажерном зале и непосредственно за теннисными столами. Национальная команда сейчас готовится к чемпионату Европы. Турнир пройдет в сентябре в Финляндии. Две молодежных сборных настраиваются на универсиаду, которая пройдет в августе в Корее. Самые близкие соревнования у юниоров и кадетов. 13 июля в Португалии стартует первенство Европы, и подготовка в Сочи, отмечают тренеры, даст хорошие результаты. Кстати, в качестве тренировочной базы Сочи теннисисты выбирают уже второй год. До этого была у нас база под Москвой, около Домодедово аэропорта. Ну, как бы там тоже неплохо, но здесь уровень намного выше. То есть уровень оснащения, то есть материальная база, залы, там тренажерные и так далее. Питание, медицина, ну все, в общем. Плюс климат, конечно, очень важно. Вот. Ну, в принципе, заехали мы 3 числа, уедем 12-го.